Всем привет, друзья подписчики, также гости канала. Вы находитесь на канале Прикамские находчики. Сегодня денек такой ничего, снега нету, но холодно. Тут у нас морозы стояли, минус 13 было даже. Хотя начало ноября. Вышел симплексом пройтись по лесу. Может, что-нибудь интересненькое также зацеплю. Дома просто неохота сидеть, надоело, а тут по лесу прогуляюсь. Так, копая ногта макросимплекс плюс. Прошивочка 277. Режим. Сейчас парк 1 сделаю. Режим парк 1. Чуечку. Минус 1 сделаем. Баланс грунта не отстраиваю. Громкость 2. Громкость железа 2. Дискриминация оставляю. Так, частота 2. Наушники с собой не взял. Сейчас так можно ходить без наушников. Вибрация включена. Подсветка автоматическая, 1. Так, фонарик нам не нужен. Ну и все, пойдем. Не знаю, после морозов земля-то как не застыла, подстыла. Сейчас в ходу своего поиска буду проверять землю уже. Ну, надеюсь, земля в лесу-то ничего такая должна быть. На открытых участках, конечно, она подмерзла. Вот, ладно, выдвигаемся. У меня тут самый первый сигнал. Земля-то оказалась мягкая. Сверху чуть-чуть промерзла, а так мягкая земля. Первым сигналом оказалась медная проволочка. Медь, она всегда радует, хоть в каком количестве. Сейчас я ее вытащу. Ну вот, я сложу в копилочку медную. Положу. Так, ладно, дальше идем. Ну, какой сигнальчик цветной. О, подошва от утюга. Она дюралевая. Вот, в цветном сигналит. Вот так вот. Пойдет. Идем дальше. Сигнальчик. Не знаю, как на других приборах дорогих, но симплекс он отцветняет железо. У кого дорогие приборы, там Deus, это что, Equinox, скажите, у вас тоже так же очерняет железо? Ух ты. Какой-то поддон. Шо? Ищем дальше. Ходим, ходим все. Есть сигнальчик. Я его копанул уже. Оказался кусок рессоры. А, что? Классная находочка. Идем дальше. Только тут рессору выкопал. Что-то еще сигналит. А тут вот что у нас? Так, тут все сигналит, это вообще все фонит. О, бронзовая какая-то штучка. Тут у нас свинец. Да, свинец, его надо переплавлять. По ходу дела аккумулятор. Какие-то машинные запчасти, все тут. О, еще какая-то. Ладно. Пошубуршим здесь, в этом месте.
Сейчас, ребята, глубокий сигнальчик выкопал. Сейчас я его вытащил. Вот так лежал. Какой толстенный. Ого. Сантиметр. Может, больше даже. С палец полтора на. О! Ух ты, какая плюшка. Нормально. Килограмм на 5 надо вешает. Металл сейчас у нас в данный момент 22 рубля килограмм за ноябрь 2021. О, соточку за минутку выкопал. Отлично. Вот так и прогуливаешься в свободное время с МДшкой по лесу. Воздухом дышишь, полной грудью, легкие работают. И денежки немножко подзаработаешь. Вот вам хотел показать сигнальчик. Железный. И проскакивает чуть-чуть цветной. Там что-то узкое. О. Ух ты. Кусок трубочки. Вот так она вот сигналит. О, проскакивает чуть цветное. Такие сигнальчики можно копать. Ну и по размеру смотришь. Длину сигнала какая. Ладно, идем дальше. Ребята, снова сигнальчик. Опа. О, звук хороший. Если звук хороший, значит и металл хороший. Ну, звук хороший, в плане такой звонкий, не глухой, не жестянка. Опа, ну-ка давай-ка. Блин, не шевелится. Не шевелится. А одной рукой неудобно копать, сейчас я выкопаю, посмотрю, покажу, что там такое. Блин, а тут такой нежданчик. Думал, блин, железо хорошее. А оказалось, железобетонный кубик какой-то. Блин, жалко. Ну ничего. Пройдемся подальше и найдем что-нибудь еще другое. Идем. А, идешь только по дорожке. О, такое толстенькое деревце, надо подойти. Поразвенеть около него. Сигнальчик не коротенький. Опа. Этим сигнальчиком оказалось. Опа. Ух ты. Вот такой вот уголок. Ну, хороший толстенький уголочек. Так, ладно, с этим уголочком дальше идем. О, какая толстая лежит железяка. Сейчас мы выкопаем при вас. О, толстенная, тяжеленная. О, сколько где-то? 1,5 минуты. Около 10 килограмм. Может, больше. Вот так и ходишь.
Ладно, темнеть рано начинается. Часа где-то в 4 вышел. Сейчас время начала 6. Уже он темнеть начинает. Ладно, покажу немножко, да и все. Закругляться буду. Погулял хорошо. Подышал свежим воздухом. И железо накопал. Класс. Ребята, только вон там выкинул это все в уголочек, там заслонку от печки. Такой охеренный сигнал. Сейчас я вам покажу, что такое тут. А у нас оттуда. Та-дам! Клад лежит. Кто-то, смотрите, как положил. Свинцовые пластины. Кто-то положил, спрятал под деревце и забыл. Ништяк. Свинец, тяжелый металл. 100 рублей килограмм. Тут сколько килограмм она? 3, наверное. Опа. Это задвижка. Заслонка от печки. О. В общем, мне нравится так ходить. Да, вообще всяко нравится ходить. Хоть даже и без находок. Ладно, прогулялся по лесу. Вывел симплекса на прогулочку. Просвежиться. Опа. Так, все, ничего нету больше. Ладно, идем дальше. Ребята, сколько я имею симплекс, ни разу не ходил с подсветкой с ним. Сейчас уже это, в листочке уже так темновато. Ну, камера не продает, так-то светло на камере вроде. Еще снега типа. Сейчас думаю, раз, включу-ка подсветочку. Вот подсветка, нажимаем плюс и включается она. Так, как она со стороны смотрится. Опа, вот так он светит. Ну, он катушку-то, смотрите, хорошо освещает. Фонарик. У меня тут еще чехольчик. Через чехол. Нормально. Вот. Если сильно темно будет, вообще прилично можно ходить с ним. Вот без него, вот с ним. Черный сигнал с выскакивающимся цветным. Опа. О, какой-то рожок. Какая-то штучка была. Ладно, в кучу его. Кидаем. Так, ну все, ребята, сейчас последнюю находку нахожу. Буду закругляться уже. Темнеет. Осень вообще быстро темно становится. Вроде вышел, было так светло. Походил, часик-полтора, все, на глазах уже темнеет. Ладно, смотрим дальше. Все, ребята, последний сигнал копаю здесь. Вот, показываю. И смотрим продолжительность сигнала. Так. Толстый такой железо. О, это какой-то шлицы какие-то или что тут. Ломаное. Все, ребята, хватит. Прогулялся, накопал железо. Идем к точке назначения, где я приехал откуда. Потом включаемся там. Ну вот и все, время пришло закругляться, домой идти, чаек пить. Погулял, надышался.
симплексом, симплекса выгулил. Ну и, конечно, сам. И находочки. Находочки так ништяк. Свинец. Вон сколько свинца, какая стопка. Его надо будет очистить, да расплавить. Железо толстое. Вон какое. Задвижка от трубы. От печки. Ага. Весь металл толстый. Вон какой толстенный. Вот такие вот. Такие вот прогулочки у меня получается. Вечерние. Без находок не остался. И самому приятно. Ладно. Всем пока. О, как светит хорошо. Освещает. Всем пока. До новых встреч. Ставьте лайки, смотрите видео. Сейчас не знаю, если так холода будут. Наверное, уже все, ходить-то не буду. Земля в некоторых местах, вот здесь на открытых местах, очень твердая. Буду так выкладывать. Может, раз в месяц видео с металлокопа еще в сентябре ездили. Ну, всем пока. До новых встреч.